Вот так упаковка за упаковкой. Ежедневно предприятие вырабатывает более 3000 тонн соли. Производство не прекращается ни на минуту. Завод работает в круглосуточном режиме. Сегодня на предприятии трудится более 520 человек. И руководители утверждают, что за последние 3 года на заводе не было ни одного крупного ЧП. Если какой-то случай происходит, то в большинстве у нас связан не там, с оборудованием, а человек, возможно, поскользнулся, возможно, проявил какую-то неосторожность, не более того. Во всяком случае, ну, за последние где-то 3 года я точно такого случая, ну, не могу припомнить. Все по неосторожности человека. Зачастую попадают наиболее опытные, потому что они считают, все знают. Те, которые люди только пришли на производство, они все-таки строго пытаются выполнять требования охраны труда. В 2007 году в истории Россоли начался новый этап. Старое оборудование заменили новые автоматизированные системы. Как результат, увеличение производства и более комфортные условия труда. Однако современные технологии далеко не всегда становятся гарантом безопасности. Пример тому – 2 несчастных случая за первые месяцы этого года. На маслоэкстракционном заводе рабочий погиб, а на свиноферме Вишневский сотрудник лишился руки. В последнее время на самых высокоорганизованных, компьютеризированных предприятиях случаются несчастные случаи, со смертельным исходом в том числе. Наказываться жесточайшим образом, поскольку все штрафные санкции, все прочее через трудинспекцию увеличено в несколько раз. 1 000 000 уже штрафов будет в обязательном порядке и вплоть до дисквалификации. Россоль – это единственное предприятие в регионе, которое занимается добычей каменной поваренной соли. Значительная часть работы идет под землей. Ежедневно люди работают в зоне повышенного риска. Только в утренней смене – около 100 человек. Мы полностью контролируем степень знания и, соответственно, все то, что требуется в части проверки знаний, инструктажей, мы это делаем в установленные сроки, которые происходят. И дополнительно нас проверяют контролирующие органы. И тем самым нареканий со стороны за последнее время не выявлено. Это для нас большой плюс. Ежегодно Россоль добывает около 1 000 000 тонн продукта. При этом сказывается запрет на ввоз соли из Украины. Объем производства регулярно увеличивается. Но в погоне за продажами главное не забывать о безопасности рядовых сотрудников. В региональном министерстве уверяют, подобные выездные комиссии станут регулярными. Ведь главная задача – не допустить повторения сорочинской трагедии. Алина Лебукаева, Георгий Брулский. Новости дня.